Теперь о ситуации с COVID-19 в Пензенской области. Она продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки уже у 614 человек обнаружен коронавирус. При этом только 35 из вновь зараженных госпитализированы в медицинские учреждения, остальные проходят лечение дома. В то же время закрывших больничные листы оказалось немногим больше, чем сдавших положительный тест. 626 пациентов.